Да-да, войдите. На этом все убрал вроде. Только я после твоего ковра весь в пыли. Можно я что-нибудь переодеться, пожалуйста? Ну ты красавчик, Цветак. Молодец, реально, счастье, найду что-нибудь. Вот, держи. Только смотри аккуратнее, я в нем на выпускной ходил. Ну и кепочку на, чтобы причесочку не замарать. Пойду переодеваться и поедим, да? Да-да, конечно, давай. Ай, ребята, у меня такое на работе приключилось. Да вы что ли мою сумку украли? Да чё ты раскудахтался? В смысле твою сумку? Меня уволили, потому что у меня украли сумку, а это сделали вы! Так а чё ты без присмотра её оставляешь? Сам виноват. Беков, ты чё ешь? Ты чё тоже в этом участвовал? Нет, я вообще не знал, что это твоя сумка. Он просто едой поделился. Офигеть! Ну классный ты друг, конечно. О, блин, кушать хочется. О, все дома. О, здорово, вы еды пацаны. Купили? Да, заработали и купили. А меня уволили, потому что они украли у меня вот эту вот сумку. Кто, они? Да, вот едят еду клиентов моих. Да, в смысле, она без присмотра стояла, просто никто не крал. Ладно, мы поделимся. У нас царская еда. Ролтик, о! Сосиски, о! И хлеб. О, офигеть. Да, очень много Ролтона. Я пойду поставлю чайник. Давай, на троих. А, стой, может не чайник, а сразу кастрюлю? Окей. Ты, наверное, первый раз суши ешь. В смысле? Да не, без смысла. Пойдем, поедим. Ладно. Кушайте, приятного аппетита. Слышь, что такое суши? Сейчас приготовим царский обед. Давайте, загружайте все пачки. Это тип, чтоб потом не готовить, да? Да, сможем этим недельку питаться. Масилка. Серега, ты чисти сосиски и нарезай. Сейчас, подожди, переставь на огонь побольше. Давай, Серега, вот так вот, вот так. Понял, но у меня инструментик есть поинтереснее. О, вот это лайфхаки. Это специально кухонные. Божественная еда. Я буду есть так медленно, чтобы хватило на целый день. Очень вкусно. Не зря грузчиками работали, да? Приятного аппетита. Мы здесь сытых не ждали. Ну, пацаны, ну ладно вам, простите, пожалуйста. Просто так не простим. Ну ладно, может я могу что-то сделать, чтобы искупить свою вину. Можешь посуду помыть за нами, например. Что, опять? Ну ладно, доедайте быстрее. Ты это, пока кастрюлькой там займись. У меня улыбка на лице от этого вкуса. Кто приезжает? Дядя Вашиш? Клево. Слушай, мама, можешь тебе малосольных огурчиков передать? И пирожки со сгущенкой, мои любимые. Да. В смысле, не получится? Это как? А-а-а, понятно. Ну хотя бы пирожки тогда, без этих огурцов. Ладно, я тебя понял. Ладно, давай мне тут готовиться к празднику надо. Угу, все. Да, пока. Блин, капец. Пирожков хотелось. Ребята, это успех! Теперь я знаю, что любит Глен. Малосольных огурцов нарулить я не смогу, но вот пирожки со сгущенкой – это запросто! Так, что мне нужно? Мука. Так-с. Иди сюда. Так, сахар. Есть. Молоко. Перемешать. Где же тут все? Фу, сгущенка. Так, дальше хотя бы одно яйцо. По-моему, закончились. Так, надо проверить. Блин, ни одного яйца нет. Доставку слишком долго заказывать. Яиц нет, что делать? Есть идея одна, точно. Так. Так, нужно тут что-то... его только отвлечь, а то от своего яйца никуда не уходит. Так, должно сработать. Так. О, что такое? Так. Что произошло? Блин, стакан пролил с водой. Кто их сюда поставил? Я, что ли? Походу, забыл. Надо за салфетками сбегать. Фу. Ой. Так, а где плащ? Так, где? Одного яйца хватило всего лишь на 4 пирожка. Зато каждому достанется. Опа. Красота. А чем так вкусно пахнет? Да я вот сегодня домашними делами занимаюсь и решила приготовить пирожков со сгущенкой для всех. Офигеть, это же мои любимые. Мои тоже. Аккуратно. Так, давай зови Влада и Серегу, сейчас будем чай пить. А, точно, пацаны! А Серега где? Ты его звал, он что-то не подошел. Заныкался, наверное, где-то. Да пофиг, зато пирожки вкусные получились. А я попробую. А сгущеночка? Не понял. Я хотел с вами по-хорошему. У меня пропало яйцо.
Бра, звучит смешно. Все потерял, значит, не ответственный. Не смешно, кто из вас? Я с самого начала вам говорю, что буду заботиться сегодня о яйце. И что теперь? Яйца нет. Давайте признавать, кто это сделал, кто посмел. Я ни при чем. Я тем более. Да нет, я тоже вообще ни при чем. Ребят, мне кажется, или кто-то в дверь звонит. Все тихо. Что ты несешь? Никто не звонит. Так, Риви, ну-ка, признавайся. Ты забрала яйцо? Ну, ладно, да, это я. Чего? Зачем? Так, Риви, все, давай, неси яйцо сюда обратно, куда ты спрятал его? Ну, на самом деле оно в пирожках. Ну ты попробуй, очень вкусно, да, ребят? Пирожки? Санечка. Вкусно же. Ну, вкусно. Кушай. Прости, я не знала, что оно тут для тебя важно. Блин, ну и что мне теперь делать? Как мне дальше этот эксперимент завершать? Яйца нет. Есть идея. Так. О, зачем мне пачка чипсов? Да не, пачка чипсов тебе не нужна. Тебе нужна чипсина. Чипсина? Вот, за ней и поухаживай. Она даже более хрупкая, чем яйцо. Надо больше ответственности. Слушай, ну как вариант, подойдет. Ну что, тогда можно пирожки уже есть? Да, кушайте скорее. Видишь, все наладилось. Кушай. Все равно, Ри, ты, конечно, выдумала. Ну, извини, пожалуйста, Серега. Я не хотела, чтобы вы были голодные. Ладно, прощаю, спасибо. Хотя бы, надеюсь, пирожки вкусные получились. Конечно, вкусная, вообще бомба. Бомба, реально. Я думаю, просто все дело в яйце.